Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. В сегодняшнем выпуске я хочу сообщить очень приятную новость о том, что Всемирные дзюдо-игры в 2021 году будут проходить в Российской Федерации, в городе Таганроге. Буквально несколько дней назад в этом городе я вместе с Александром Людвиницким, директором клуба «Дзюдо Тайм», подписали соглашение о проведении Всемирных дзюдо-игр в городе Таганроге в 2021 году. Всемирные дзюдо-игры – это большой фестиваль. В программу Всемирных дзюдо-игр будет включено как учебно-практические занятия, так и научные конференции, выставки спортивных товаров и конкурсы. Принять участие во Всемирных дзюдо-играх может каждый, независимо от возраста, пола, национальной расовой принадлежности и вероисповедания. Я приглашаю всех, кто занимается дзюдо и различными системами боевых искусств, оздоровительных практик и физического воспитания, принять участие в третьих Всемирных дзюдо-играх в 2021 году в городе Таганроге. Добро пожаловать в мир боевых искусств, добро пожаловать на Всемирные дзюдо-игры.